Всем привет! Это видео о том, как сделать сброс Windows 10, то есть вернуть систему в исходное состояние. По сути, это тот же процесс переустановки Windows, только без использования дополнительных накопителей. Все, что нужно для этого, а именно образ восстановления, уже есть в системе. Если у вас запускается Windows 10, и вы можете в нее войти, просто она стала неправильно работать, вы можете поступить следующим образом. Зайдите в меню «Параметры», пункт «Обновление и безопасность», «Восстановление», «Вернуть компьютер в исходное состояние» и нажмите кнопку «Начать». Вы можете выбрать функции «Сохранить мои файлы» или «Удалить все». Если использовать функцию «Сохранить мои файлы», то система сохранит документы и другие файлы пользователя, но при этом все программы удаляются и их нужно будет заново устанавливать. Если выбрать функцию «Удалить все», то система спросит, удалить ли все диски, или же только диск, на котором установлена Windows, если у вас их несколько. Так, секунду, компьютер думает. Вот, например, восстанови только диск, на котором установлена Windows. В следующем окне вы можете выбрать функцию «Просто удалить мои файлы», либо «Удаление файлов и очистка диска». Если кроме вас компьютером больше никто не пользуется, то лучше выбрать «Просто удалить мои файлы». Второй пункт подразумевает очистку диска таким образом, чтобы файлы нельзя было восстановить. Этот способ более безопасный, если компьютер использует еще кто-то, кроме вас, но он более длительный. Выбираем один из этих вариантов, например, «Просто удалить мои файлы». Далее останется только нажать кнопку «Продолжить» и дождаться, когда система автоматически переустановится. Компьютер будет несколько раз перезагружаться, то есть по факту это тот же процесс переустановки Windows. Всем спасибо за внимание, удачи!